История теннисного турнира на призы ядерного центра берет свое начало в 90-х годах прошлого века. На протяжении 27 лет в наш город приезжают теннисисты из различных регионов страны, чтобы заработать очки для участия в рейтинговых турнирах. Начиналось, наверное, с 12 городов России. Сегодня уже 20 городов России, да, участвуют в турнире. Участники разных возрастов. Но вообще турнир считается ветеранским. Уже дошел до первой категории РТТ. Алексей Клёнов занимается теннисом более 20 лет. В свое время мужчина выбрал для занятий именно этот вид спорта по ряду причин. Первое – играть в теннис можно практически всю жизнь. Так считает Алексей, вот уже более 10 лет участвует в различных турнирах. Соревнования на призы ядерного центра для него – это возможность и проверить свою подготовку и пообщаться со спортсменами с других городов. Прежде всего, это здоровье, да, общение с теннисистами. Здесь у меня уже здесь очень много друзей, я общаюсь с ними с удовольствием. И надеюсь на какой-то результат. Планирую не меньше третьего места занять. Николай Пенько приехал из Ангарска. Он участвует в турнире на Кубок ВНЕФ уже 23-й раз. Каждый раз спортсмен-любитель приезжает в Саров не столько за победой, сколько для общения с друзьями и соратниками. Николай отметил, что теннис – сложный вид спорта. И чтобы добиться успехов на корте, нужны две составляющие. Терпение нужно. Очень сложный технический вид спорта. Ну и желание огромное. В любом деле, которым хочешь чего-то добиться, нужны эти две вещи. В этом году на соревнования приехали более 100 спортсменов. Санкт-Петербург, Арзамас, Орел, Новомосковск, Нижний Новгород. В течение 3 дней на теннисные корты будут выходить спортсмены из 22 городов России. Игры будут проходить одновременно на нескольких кортах с 9 утра до 9 вечера. Елена Грискова, Мария Рунич, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Соревнования пожарных расчетов проводятся в ядерном центре уже 6-й раз подряд. В первых эстафетах принимали участие всего 10 команд. Сегодня их количество возросло более чем в 2 раза. В этом году побороться за звание лучших пришло 25 команд. Их участники – неравнодушные добровольцы из разных подразделений РФЦНЕФ, как мужчины, так и женщины. Соревнования пожарных расчетов проводятся с целью отработки действий персонала в условиях пожара. Ну а также это популяризация спорта, здорового образа жизни. Традиционно первая часть соревнований теоретическая. Все проходит как при сдаче госэкзаменов. Каждая команда получает свой уникальный билет с вопросами, никаких подсказок. Сотрудники пожарной службы следят, чтобы участники не пользовались телефонами или шпаргалками. На проверку знаний дают 20 минут. Первыми ответы сдала женская команда завода ВНЕФ. Девочки справились с теорией меньше, чем за 2 минуты. Билеты были достаточно простые для нас. Мы готовились, учили всю ночь напролет. Мы вообще участвуем в подобных мероприятиях 5-й год. 4 года занимали первое место. Надеюсь, в этом году нам повезет. Как бы не сглазить. На удачу надеются ребята из научно-исследовательского института измерительных систем имени Седокова. Они впервые принимают участие в подобных соревнованиях. Мы входим в добровольную команду, дружину. И вот нас всех, так сказать, команды из НИИСа тоже прислали сюда, чтобы мы участвовали. И добились, может быть, каких-то результатов. К соревнованиям команда из НИИС подошла ответственно. Учили билеты и даже проводили пробные забеги. И, как признаются сами участники, для них это было только в радость. Они понимают, что полученные навыки могут пригодиться им в жизни. Это подстегивает всех, так сказать, участников заниматься спортом, заниматься каким-то благородным делом. Просто мне хочется, иногда даже в детстве я мечтал помогать кому-то, просто так. Помогать, может быть, спасти кого-то в своей жизни, да? Хотелось бы. Практическая часть соревнований – эстафета, которая проходила в 4 этапа. На первом необходимо было подсоединить пожарный ствол к рукаву, пробежать с ним 50 метров и отсоединить в специальном коридоре. Следующий этап у нас – это тушение бочки кошмой. Опасный этап, сказал бы сразу. Участник на 3-м этапе. Бежит с огнетушителем уже и тушит противень. Именно 3-й этап стал для всех команд самым тяжелым. Его участникам предстояло пробежать в профессиональном обмундировании пожарного, в боевке, каске, сапогах и ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Но тут и погодные условия влияют, потому что может быть и ветер тоже поднять пожар, огонь. То есть огонь – это дело такое непредсказуемое. Если на других этапах человек может как-то повлиять на ситуацию, здесь уже дело случая, как повезет. 4-й этап – транспортировка человека. Девушкам необходимо пронести манекен весом от 40 до 60 килограммов на носилках. Мужчины спасают условно пострадавшего, перекинув его через плечо. Несмотря на то, что в этом году в соревнованиях приняли участие 7 женских команд, задания для всех были одинаковые и максимально приближенные к ситуациям в реальной жизни. Единственная поблажка – это
переноска пострадавшего. Все остальное, все женщина выполняет на уровне мужчин. Потому что в жизни женщины бывают сильнее, чем мужчины. Да, так получается, что мужчин надо спасать. В принципе, это те упражнения, которые прописаны жизнью. Которые при любом несчастном случае, либо там возгорании, ну, эти сотрудники ВНЕФ уже имеют какой-то хотя бы навык по выполнению этих упражнений. По результатам соревнований победителями среди женских команд стали сотрудницы завода ВНЕФ. В теоретической части они не допустили ни одной ошибки. Эстафету преодолели за 1 минуту 39 секунд. И эта победа стала для них пятой, юбилейной. Среди мужчин впервые чемпионами стала также команда завода ВНЕФ. Они не оставили соперникам шансов, пробежав эстафету за 1 минуту 18 секунд. Соревнования стали заключительным этапом в годовом плане учений ПГОИЧС в ядерном центре. В каком году прошли первые зимние Олимпийские игры, что означают кольца на официальном флаге крупнейших международных соревнований, кто был талисманом летних Олимпийских игр в Москве в 80-м году. Мальчишки и девчонки из летнего профильного клуба теперь с уверенностью могут дать ответы на эти вопросы. Каждое лето Дима Белоусов приезжает в Саров на каникулы к бабушке и никогда не пропускает увлекательные смены профильного клуба. Ты больше узнаешь о мире, что, где что придумали. Ну, и мне это очень интересно. Спорт, танцы, рукоделие, бассейн. У ребят из профильного клуба молодежного центра нет времени скучать. После викторины, посвященной Всероссийскому Олимпийскому дню, они отправятся на занятия по современной хореографии. Танцуем, мы ходим в спортзал, мы занимаемся творчеством. Я сюда уже давно хожу, у меня здесь есть много друзей, поэтому... Мне здесь интересно. Летние каникулы могут быть не только веселыми, но и познавательными, уверены организаторы профильного клуба. Важное место в программе смены отведено изучению точных наук. У нас проходят занятия по нестандартной математике, где они решают олимпиадные задачки. Также у них проходят занятия и по эксперименты по физике, из подручных различных средств. Летний профильный клуб существует 5 лет. В этом году в молодежном центре оздоровятся, отдохнут и получат много новых знаний 2 смены ребят. Кожаная куртка-косуха или жилетка с символикой клуба, шлем и, конечно, мотоцикл. По этим признакам легко угадать любителей быстрой езды на двухколесном транспорте. Павел Жиганов относится к своему байку как к живому существу и выбирал его под стать себе. Есть разные классы мотоциклов, каждый привлекает свое. Кого-то спортивные, кого-то там эндуро по езде, там по лесам. Меня вот привлекает такой круизерный, чопперный стиль. И мотоцикл такого класса, как правило, ну не то, что самые яркие, но они харизматичные. Павел Жиганов – водитель с большим стажем, но за руль мотоцикла сел всего 4 года назад. Сравнивая ощущения от езды на обоих видах транспорта, он отмечает удобство и комфорт в автомобиле, но мотоцикл добавляет ему удовольствие от самого процесса езды. Хочется просто ехать. И вот когда начинаешь ехать, начинаешь отдыхать. Как-то морально, психологически. Конечно, ты сконцентрирован на дороге, там, внимание, там, и все дела. Но движение на мотоцикле разнится очень сильно с движением на автомобиле. Любители мотоциклов называют байкерами. В основе их идеологии лежат 3 символа – дорога, скорость и свобода. Байкеры объединяются в клубы, проводят различные мероприятия внутри этого движения, а также участвуют в городских событиях. Но их интересы не ограничиваются только дорогами города. Традиционно они сотрудничают с единомышленниками из других регионов страны. Больше привлекают вот какие-то дальние поездки. То есть мы общаемся с клубами из других городов. Мы ездим к ним в гости на мероприятия, на фестивали. И вот эти пробеги как раз между городами – это, наверное, вот самое ценное для байкеров. Традиционными для нашего города стали открытие и закрытие мотосезонов. В прошлом году байкеры участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных выпускникам. В этом году активисты байкерского клуба провели акцию «Внимание, мотоциклист», чтобы привлечь внимание всех участников дорожного движения к взаимному уважению и соблюдению правил безопасной езды.